Всем привет! Мы находимся у БСМП Бакурещусева. Ну и как мы наблюдаем, вот у нас здесь есть нарушители. Вот так вот. Заезжают, выезжают с тротуара. Там на Щусева вообще просто невозможно пройти. Мы еще были на другой стороне, на Букуреш, с другой стороны. Здесь шла пожилая семейная пара. И вот как вы думаете, а удобно вот так вот здесь ходить? Я думаю, неудобно. Мама с коляской, люди друг другу навстречу не смогут пройти. Вот здесь. Дом нуле. Да, ну военкурка тротуару шипитонь. Ну военкурка. Тротуар шипитонь, ну военкурка. Ну вот это нормал, это и есть нарушители. Вот видите, идут молодые люди по проезжей части. А у нас вот такие вот есть водители, блин, интересные. Это вот эта семейная пара, которая сюда шла. Вот бордюрный камень уничтожен. Нам говорят, где ты здесь видел бордюрный камень? Но он есть, как мы наблюдаем. И вот человек у нас идет по проезжей части, или это тот нарушитель, вот. Нарушитель сам создал себе условия идти по проезжей части. Мужчина, а что вас подвигло перекрыть тротуар? Извините. Не делайте так, здесь также ходят чьи-то дети. Спасибо. Вдоль проезжей части можете становиться. Потому что нормально так ходить, полметра вы оставили для пешеходов. Не делайте так больше. Ну хоть извинился человек, уже хорошо. Вот видите, очень много места пешеходам, очень много. Я взрослый мужик, иду без коляски, я не с костылями, не то, не это, вот иду. Здесь вот инвалид, ну а здесь, ну, вообще не пройти никак. Мама с коляской или пожилые люди куда будут выходить? Ну, естественно, на проезжую часть. Просто офигеть. Ну, точно не пройдут люди. Вот, и там уже сигналят сзади. О, вот он, прогазовщик этот на Шкоде, решил сверкануть. Офигеть, блин. Вот, там другой встал, естественно. Я вот сейчас посмотрю, а сколько он места оставил водитель пешехода. Он прямо впритык въехал. Молодой человек, перепаркуйте вашу машину на проезжую часть, или я сейчас вызову полицию, и будет вам штраф оформлен. И вот у нас идут пешеходы по проезжей части. Вам удобно ходить по проезжей части? В туалет уже неудобно. Вот. Ну, военкурка пиетонь, домнуля. Восеньки с тротуар. Из причины ватер пиетонь мерк пиндрум. Из причины ватер, восеньки с тротуар пиетонь. Я может с кем полицию, но вы новый тас ласы. Вы требуете респектации, регулю циркуляции. Ну, я может кемем полицию, ну, переживаю. Я может кем? Ласас машина? Машина с дукла эвакуаре. Врач? Да. Ласас машина, что там полиция? Все, у моему твою, ну, грейску вот. Все. Врач, ласас машина. Так, ну, а принес аменда. Ну, и фащим. И вот смотрите, как человек идет. Очень удобно. Вот, представляете? Очень удобно идти. Много места оставили водители пешеходам. Очень много. Ну, а мы сюда вызовем сейчас экипаж полиции. Unde e parcarea? Aici nu e parcare. Eu, pieton, trebuie să fac parcare pentru mașini? Voi, vă sami себя слышали? Что имеет пешеход с парковками вашими? Вам надо, вы делайте. Я пешеход, я на тротуаре. Здесь просто нету знака, я поэтому остановил. А пункт 44, знаете? Не знаете? Я вам говорю, нету знака. Пункт 44, парковка на тротуаре запрещена. Пункт 69, на повороте. Зона безопасности 15 метров в обе стороны. Перепаркуйтесь. А какой вам знак нужен? Не было знака. Какого? Запрещена, и я видел... А что, у нас есть знаки на тротуарах? Слушай, я же... Не, ответьте, пожалуйста, у нас есть знаки, парковка запрещена на тротуаре. Фиксирую, фиксирую ваше административное правонарушение. Снимаю девочек легкого поведения, я произвожу видеофиксацию вашего административного правонарушения. Слишком много слов, лучше сели в машину задним ходом и припарковались без нарушений в положенном месте.
припарковаться? Положено на месте, по правилам. Так вот водитель должен об этом думать, а не пешеходы. Так водитель должен искать. Вот смотрите, сейчас за рулем кто? Я или водитель за рулем? Почему вы мне эти вопросы задаете пешеходу? Где нам парковаться? Идите в Приморию, идите в Притуру, в Министерство транспорта и добивайтесь. Еще раз говорю, я вызвал уже полицию. Молодец. А вот здесь знак, тротуар, знак, поворот. Есть знак, вот смотри. Ну и дальше что? Я понял, за знаком мне нельзя стоять. А до знака можно? До знака а можно. А согласно каким пунктам, правилам вы руководствовались сейчас? Можете объяснить? Я таким. Да, знак, каким? А что, у нас есть знаки на тротуарах, мужчина? Видели, отсюда выехали? Так правильно, я попросил их съехать. Ну, и они знак, съехали хорошо. Без слов. А вы вступаете в пререкание, какие-то знаки ищете. И все... Лучше молча сели и уехали. Мужчина, смотрите, как идут люди по проезжей части. Я же уезжаю, я не хочу... Так вы начинаете мне вступать в диалог. Я фиксирую правонарушение ваше административное. И это видеосъемка в целях моей безопасности и вашей безопасности. Вот у нас, видите, как пешеходы идут. Я не удивлюсь, если это может быть еще и водитель какой-то транспортного средства. Но очень много места оставили пешеходам. Нет. Это не водители. Это обычные пешеходы. Видишь, очень много места. Очень много места оставили водители пешеходам. Обратно он говорит, я знаков запрещающих не увидел. О чем вообще вы говорите? Какие запрещающие знаки вам нужны на тротуаре, блин? Да, тротуар был угроблен. Вот у нас очередной нарушитель съезжает. Мы с ним в диалог не вступили, пока у нас был диалог с другим автохамом. Ой, так смотрит на нас. Ну а мы вызовем сюда экипаж полиции. Мужчина, не хотите убирать? Я сейчас стану на тротуаре, не уедете. Иди сюда, ты, песила, блин. Ну что ж, вызываем полицию. У меня отключилась камера. А я сейчас вызову сюда экипаж полиции. Вот у нас другой нарушитель заезжает. Домнули? Питонь, ну военкорг! Ну, военкорг, питонь! Алло. Буназио, ну и врам с фашем кемари де полиции патрулары, пилокация Букурещ, интерсекция Щусева, ЛНГБСМП. А еще мулс машин карису паркат, не регламентар, петротуар, шинспрещена лор, питонь, мерк, пендрум. А еще мы у прапи дезэши машин. Ну, если бы там полиция пифаться локула. А еще сын шив. Вот как видите, здесь, кажется, есть... мужчина, если вы здесь припарковались, лучше уберите машину, это тротуар, и здесь люди выходят на проезжую часть из-за этих машин. Мы уже вызвали сюда экипаж полиции, чтобы вашу машину не эвакуировали и вам штраф не оформили. Припаркуйтесь по правилам. Очень огромная просьба. Вот здесь очень опасно идти по проезжей части. А здесь больница, ходят дети с родителями, инвалиды. Хорошо, где тротуар, вы видите дальше? Вот, видите, бордюрный камень. И... А там другой тротуар идет, потому что здесь когда-то был заезд, он закрытый. Но у нас перекрывать проход с тротуара на тротуар при заезде также запрещено по правилам. Вы знакомы с правилом дорожного движения? Вот. Как нет? Идемте посмотрим тротуар дальше. Вы не видите дальше тротуар. Вот я иду по проезжей части. А вот у нас, смотрите, тротуар дальше идет. Видите? Как он нету его? Есть тротуар. Но это тротуар и есть. Это самое опасное. Но он есть, чтобы люди не шли по проезжей части. Ну вот из-за ваших машин вот так вот припарковано. Тротуар нормальный, должен быть хотя бы как там. Ну? А это очень опасно для пешеходов. Почему опасно? Пешеход идет свободно. Транспортное средство есть, даже нормальные дистанции. У нас нету регламентов на ширину тротуара. Ну, лучше перепаркуйте вашу машину в положенное место. Ты бы ходил вот тут? Хожу, очень часто, очень часто.
Очень часто хожу по этому тротуару. И люди ходят по этому тротуару. Вот пожилой человек идет также по тротуару. Но он есть, у нас нет стандартов на тротуары. Еще раз говорю, объясняю. У нас тротуар от полуметра и хоть 20-50 метров ширина, но не меньше полуметров. Это в Молдавии никогда порядка. Ну я согласен, вот вы заехали на тротуар через бордюрный камень, который уже стертый от колес машин. Я тротуар. Тротуар я... дальше есть, я вам его показал. В смысле его нету, он есть. Это не тротуар. Ну это уже оправдание беспонтовые. Для собаки топа. Ну да. Люди там ходят, не переживайте. Где там дальше тротуар? Удивляют меня такие водители. Где там дальше тротуар? Там тротуара дальше нету. Ну я не знаю, он сказал, что это не тротуар. Вот у нас там очередной нарушитель съезжает, который был припаркован на тротуаре. Естественно, мы с ним не успели поговорить. Мы разговаривали с другим нарушителем, который начал нам доказывать, что там дальше тротуара нету. Но он есть, какой бы он ни был бы, полметра ширина, но он есть, этот тротуар. И никуда не деться, но он есть. Вот такие вот дела. Тут прямо в наглую готовы ехать. Вот этот вот мужчина въехал на тротуар, матом начал крыть. У него оправдание, у него ребенок, то есть можно нарушить правила дорожного движения. У всех есть дети, и здесь ходят чьи-то дети, чьи-то мамы, мамы с детьми, пожилые люди ходят. Но у него оправдание, раз у меня ребенок, значит я могу въехать на тротуар и фактически его перекрыть. Друг другу люди навстречу не разминутся, потому что неудобно. Но зато ему удобно было здесь встать, потому что ему так надо. Еще и матом крыл там. Ну вот стану здесь на тротуаре и посмотрим, что же он будет делать. Ну полицию мы, естественно, вызвали сюда. Вот такие вот дела. Будем ждать полицию. Вот и там также нарушитель взял, перекрыл полностью тротуар. Вот как там пешеходам ходить, я не знаю. Такая удивительная парковка, естественно, через всю проезжую часть орать я ему не собираюсь, а вот он идет. На, пофиксируй. Что? А сейчас что не найдешь? Я стою на месте. Я на месте стою. Сейчас что не найдешь меня, ты? Вот я буду стоять сзади, ждем полицию. На месте. У меня ребенок. Ты сюда. А жопу него ты не поедешь. Извинись, я отойду. Вот иди нахуй. Ты сам нахуй. Наедешь, будет... Лишишься прав вождения. Вот такие вот у нас есть долбоёбы. Я стою сзади машины на тротуаре. Я стою сзади машины на тротуаре. Ну не пускай меня, ё-моё! Пишите там! У нас ребёнок орёт! Я буду стоять здесь рыдать нахуй, ё-моё! У меня плачет ребёнок! Пускай извинится, я отойду! Я его не оскорблял, подошли нормально! Подошли нормально! Извини, ты уедешь! Нет, ждём полицию! Вот такие вот у нас долбанаты! Вот, смотри, шутиры, вот, езда! Отдадим полицию! Вот это конченые, блин, я не знаю, кто они, блин. У него ребенок, блин. Вот это вот, не знаю даже, какие слова найти таким лосяром, блин. Ребенок у него плачет. Я понимаю, ребенок плачет. Веди себя как человек, а не как быдло какое-то, блин. Вот у нас там также нарушитель стал. Сейчас мы его попросим. Мужчина! А как вы думаете, тротуар перекрывать разрешено у нас по правилам дорожного движения? Вы еще въехали прямо в ступеньки, здесь люди не разминутся никак. Перепаркуйтесь на проезжую часть, пожалуйста. Очень много места он оставил, прямо вот так вот в ступеньки въехал. Я понимаю, что надо в больницу всем, то это, но перекрывать тротуар не стоит. Становитесь на проезжей части, в чем проблема? Вот.
Мужчина, даже за такое незначительное нарушение, сейчас будет экипаж полиции, вам штраф, вы лучше встаньте на проезжей части. Не перекрывайте тротуар. Тротуар для людей. Вот ваши колеса сейчас на тротуаре находятся. Бордюрный камень пересеченный. Да, это тротуар, да. Вот проезжая часть, вот она, а тротуар здесь. Вы задаете вопрос, где тротуар здесь? А ваши колеса по правой стороне где сейчас находятся? Где здесь тротуар? Ну, вообще, я просто удивлен с этих водителей. Где здесь? Вот он там дальше сейчас будет парковаться. Удивляют меня эти водители. Вот я в шоке с них. Я просто в шоке. Да. А вы думаете, там можно стоять? А что ты грубишь, мужик? Я с тобой нормально разговариваю, вежливо. Не посылал тебя никуда. Или с утра каши борзянки поел, борзометр зашкаливаю. Я ж нормально подошел, диалог делаю. Ну ладно, подождем полицию. Полицию мы уже вызвали. Будешь искать машину в Трушенах. Вот у нас идут пешеходы по проезжей части. Вот видишь, куда идут пешеходы из-за вас, таких вот автолосиков. По проезжей части. А ты что сейчас не на работе, а? Сегодня выходной. Сам не работает, а мне за работу говорит. И вот смотрите, как идут пешеходы у нас. И там вот у нас другие нарушители встали. То водители также, нарушители, которые съезжают. Но мы сейчас подойдем, пообщаемся. А. Да. Молодой человек, а на тротуаре можно парковаться? Да. Буназио, еще раз сказали. Даланой паркарипе тротуар спаты да кану всем. Печал. Пше, дополнительная табличка, способ постановления. Вопарка синдром. Да чего ну вопарка синдром? Да постоянно вопарка на тротуар. Как? Ну вот потом. Да, да, модернжас, я врат СМР, а еще. А еще врат СМР. Да я требую кожур машину вас, ламини глаз, а что его орбит нормал. Ламини аша и глаз. Ламини и глаз, а что он куда-то спун. Вопарка сварок фурмоз синдром. Регламентар. Давно пи тротуар. Вова, ну вы плачете компьютон трек не регламентар друма, а что? У вас нас закончательный регламентар, да? Ну, не что да, там вяться мя, его постоянно трек, ты регламентар, пентрещ репентру пиетон. Регламентар. Йоу, тротуар, ну мы поездим, что да ты. Я и так спокоен, мужик. Перепаркуй машину и все, весь разговор. Ворок фрумоз. А я что, не цивилизованно разговариваю? Я как-то нагрубил тебе. Я наехал. Да мне твои оправдания не нужны, потому что ты нарушил правила дорожного движения. Все. Девушка, ведитесь. Я с водителем разговариваю. Руки не суй. Ну и все. Ледя не дать мне обои. Ледя. На, пофиксируй. На, на работу.
Если ты правый, понял, молча, да, свой спорт, и уехал. Да, свой, давай, говори. Да, смотри, руки сам даст будет помогать. Давай, я вам спорт. Вы деранжазы, он... Такие автохамы, просто жесть, ёма, блин. И где таких берут, ёма? Порой даже, знаешь, уже не сдерживаешь себя порой, чтобы не сорваться и не ушатать. Вот это вот себе в одно место засунешь, вот этот вот жало, вот это вот позора, блин. Мужик он. Стас, фиксируй. И вот у нас нарушитель стал дальше. Он думает, что он там не нарушает. Вот удивляет меня. Давай, Гандецкая, еще ну и тротуар домнули. Ши серьезно, бордюрный камень субросили в острый. Ши аста сам на. Ши сам на аста. Бордюрный камень. Бордюрный театр субросили в острый. Аста и тротуар домнули. Ши еще ну зывуха и тротуар. Питонь, он тебе требуется, Марк, пиндром? Питонь, ты еще ну мер. Ком, да я вообще не амуя. Ну мерк пей, то не еще мерк мамику купки, купки мерк пей еще. То ты парката еще. Та по-моему, кем от полиции, может полиция сви, машин ли осаду киловой куаре, а сагасаска водителя спой аменда. Во паркас регламентар. Я там коло, ну и тротуар, видишь? Ши, серьезно? Хай, а коло и тротуар там, ман, мать парки мерже. Тротуар, та поиши с пиндром, шо утасывай, онде, онде, а коло, ну и тротуар, а коло и тротуар, мать парки мерже. Ведеска и тротуар есть? Есть и тротуар. Да вот интис поища тротуар, ши тресер лау тротуар интис. Во паркас регламентар. Ланой син паркер, пи 31 де август. Син паркер пи Букурещ. Син паркер пи Щусева. Во паркас регламентар. Обратно, дальше нет тротуара. Удивляют меня такие водители. Здесь пешеходы не ходят. Нет, они здесь летают. Мужчина, а тротуар закрытый вами там нормально? Вот он ждет, чтобы полиция подъехала. Мы попросим, естественно, экипаж полиции, чтобы к нему подошли. И посмотрим, что он будет делать. И что он будет объяснять. Здесь не тротуар. Обратно меня вот эту вот фразу. Ну машины же стоят, значит это не тротуар. Но если я сейчас здесь насру по центру этого тротуара, это не будет означать, что это туалет. Так же самое, как и машины, припаркованные на тротуаре, не означает, что это парковка. Просто офигеть, какие-то агрессивные у нас сегодня автолоси, блин. Просто агрессивные. Вот и у нас там тоже стоит. Я в шоке. Говорят, у нас пешеходы здесь не ходят. Ну, посмотрим, а куда же эти пешеходы будут идти, как мы наблюдаем. Вот пешеходы идут. Нам сказали, пешеходы здесь не ходят. Ну, а мы посмотрим, куда пешеходы будут идти.
Куда они будут выходить? Ну, естественно, будут выходить на проезжую часть. Потому что по-другому они здесь не пройдут. Пешеходы не ходят, вот что? Совсем не ходят пешеходы. Совсем не ходят пешеходы. Ну, там дальше по-любому они выйдут на проезжую часть. Как мы наблюдаем, видите? Ну, невозможно ходить людям. Пешеходы не ходят. Дальше нет тротуара. Вот видите, дальше нет тротуара. И пешеходы здесь не ходят. Блин, как задолбали меня эти автолоси с этой фразой. Тротуара нет, пешеходы не ходят. Если машины стоят, то значит нам можно здесь тоже парковаться. Вот. А не смущает тротуар, девушка? Да, нет? Вот, это наши старые знакомые. Они уже мне попадались здесь. Вот это на Range Rover старые знакомые, они мне уже здесь попадались. Пешеходы не ходят. Понял, Стас? Ты не пешеход. У нас пешеходы здесь летают. Или телепортируются с тротуара на тротуар. Ну, как-то так. Но они точно здесь не ходят. Ну и как там то же самое, пешеходы не ходят. Вот еще идут пешеходы у нас. Сейчас посмотрим обратно. А может, это и водитель какого-то транспортного средства. Ну, естественно, пешеходы идут по проезжей части. Но я не удивлюсь, это если это владельцы какого-то транспортного средства. Которые вот так вот припарковались и создают помехи другим. Да. Или же нет. Вот видите, очень удобно ходить. Очень удобно ходить. Очень удобно. Вот сама девушка создала помехи, чтобы ей было неудобно ходить. А как вы думаете, нормально вы припарковались здесь? Паркари регламентара еще? Ну что, с войку давно авто? Ну, да вот пиундя мой астрикот. Синдром? Ну, да тротуар здесь я оценил. А еще и тротуар, да, шмеджи лаколы, лал тротуар. Да, на сын, говорю, вытирала забор, прямо сейчас вытирала забор своим нарядом таким красивым. Потому что боялась идти по проезжей части. Вот из-за вас другие люди ходят по проезжей части. Вот у нас там другой нарушитель заехал, пофиксируй. А вот так вот у нас съезжают другие нарушители. Я просто в шоке. Сейчас я подойду. Нельзя, мужчина, нет. Опустите окно. Здесь у нас тротуар, мы вызвали полицию. А, я тебя знаю. Да. Слушай, здесь тротуар. Вот смотрите. Нет, сейчас объясню. У нас есть на 31 августа парковки. Есть по букву речь парковки. И есть вот на Щучьего там карманы прямо возле церкви. Здесь поворот направо и пакет. Да, да, в 31 августа, да. И там есть парковочный карман. Там полиция, по-моему. Там, участок находится. И там есть где припарковаться. Есть там? Да, есть. А вот также у нас, видишь, вот парковка там по Щусева, видишь? Там есть свободные карманы, только тебе надо будет кружочек сделать. Нифига, я туда. Ну, лучше по 31 августа. Хорошего дня вам. Давай. Ну, а вот у нас также нарушители припарковались. Ну, сыпать и паркари, Аиша, домнули. Домнули. В апаркат-центрум, да ну, 8 кис тротуар, штиздяста. Отойди в сторону, пускай съезжает. Вова Зибуна. Вот, нормальные, адекватные люди. Правда, закрыли наполовину тротуар и проезжую часть. Ну, съехали. Ну и водитель также съехал, с которым у меня сейчас был диалог. Ну, а там дальше, вы сами видели, как владелица транспортного средства терлась об забор. Потому что было неудобно идти ей. Вот такие вот дела. Девушка, а можно перекрывать тротуар, как вы думаете? Да, паркари по тротуар, кум, ланой кум. Спать со мной спать. А тут тротуар? Да, вот вы прямо пересекли бордюрный камень сейчас передними колесами. И здесь ходят люди, и вынуждены идти по проезжей части. То есть я крайняя, да? Нет, мы полицию уже вызвали на всех нарушителей, которые здесь стоят. А вы лучше припаркуйте. Заехать туда можно только 31 августа, но вопрос, если вас туда пустят.
Ну, это уже, говорите, там с охраной. Я не охранник, я пешеход. А здесь у нас тротуар. И мы уже вызвали полицию. И здесь полиция быстро приезжает, и машины эвакуируют, и штрафы выносят. У нас есть парковки на 31 августа. Есть на Бакуреч, есть на Щусева. Можете припарковаться сюда пешочком пройтись. Вы же не инвалид. Ходить можете, вот видите. Ну, вам хорошего дня. Вот получился приятный диалог с девушкой. Ну, сразу. Что, сделали ее якобы крайней, понимаете? Мы крайним никого не делаем. Просто у нас есть правила дорожного движения, которые водители должны соблюдать. Вот там дальше машина встала. Вот мы пока мы говорили с одним нарушителем, там сейчас встал другой нарушитель. И мы сейчас подойдем. Вот если будет идти мама с коляской, мужчина, нельзя здесь парковаться. Вот Санькис, трещер, один тротуар, лал тротуар, а еще паркари интерзисы. Ну, идем в анкемат полиция. Так, ну, в раз принес аменда, саукатас машина, нарушение паркации регламента, рози буны. Вот тоже, понимаете, человек понял, извинился, перепарковался. Но если будет идти мама с коляской, здесь будет большая проблема пройти, так как он прямо чуть ли не впритык подъехал вот к этому, такому импровизированному антипарковочному столбику. И вот мы сейчас что и сделаем, возьмем эти столбики, передвинем сюда, чтобы здесь не заезжали. Вот они раньше были здесь, чтобы здесь не парковались. Но почему-то у нас, на, пофиксируй, пожалуйста, Стас. Чтобы руки были свободны, возьму перекидывание. Ну, вот так вот будет он стоять. Было бы таких здесь штуки три, было бы нормально. Здесь такого нет. Вот такие вот дела. Ну а мы идем сейчас туда, на Бакуреч перейдем, посмотрим, что там. Вот у нас там заехал нарушитель. Сейчас мы подойдем, сделаем замечание. Вот видите, даже ему. Молодой человек, перепаркуйте машину на проезжую часть тротуара. Будьте так любезны. Вы перекрыли тротуар на проезжей части. Здесь нельзя парковаться. Станьте по правилам. Там входа нету, вход на Бакуреч. Вам как, удобно так ходить? Ой, кумоташ один, блад. Домнули, ну во паркас и тротуар, бордюрный камень еще. Субмашина в Астра. Ну идем в антимат полиция. В раз и кататься машина пентрушень, ласас машина. Да пюрма кататься машина латрушень. Да капитан сас эвакуяза. Да не шпи у минуты, ну спать, иди паркат по тротуар. Да чего новый паркат с индрум? Як понял, ласа машина индрум и мешай водителям. Чего вы постоянно лезете на тротуар, на зону пешеходов, водители? Его отец шел прямо терся об заборе машины, блин. И вот он сам же так же паркуется, блин. Удивляют меня эти водители, просто я в шоке, блин. Ну хоть без агрессии, блин, не агрессировал, матом не крыл, блин. Мужчина, а как вы думаете, можно здесь парковаться? Нельзя, вы перекрыли тротуар. Люди идут по проезжей части из-за вас. Но если вам туда надо, ставьте машину по правилам и ножками туда идете. Ну, снимают, не хочу выражаться, а фиксировать можно. Я не против. У нас законом это не запрещено. Да и не надо это вашего разрешения. Законы лучше почитайте. Я фиксирую административное правонарушение водителя. Заехать с 31 августа. А
там заезд. Вот, едете, первый перекресток направо, 31 августа. А здесь тротуар, который вы перекрыли, любезно так. Мы перекрыли, потому что у нас папа в больнице. Можно мы пройдем в больницу быстрее, потому что нам там... А, и за счет этого надо закрывать тротуар, чтобы люди шли по проезжей части. Нам сейчас проехали с полчаса. А при чем здесь плохо, неплохо? Что, серьезно? Да, серьезно. А другие люди должны ходить из-за вас по проезжей части, подвергать свою жизнь опасности? Интересная логика у вас. То есть одному человеку плохо, давай сделаем и другим людям плохо. Ну потому что у нас же плохо. Надо сделать еще и другим плохо. Ну все, вам хорошего дня. Вам хорошего дня. А вы почему не на работе сейчас? А у меня сегодня выходной, представляете, день города. Поэтому я не на работе. Вот, любимая фраза, иди работай. Вот у нас также идет пешеход. Женщина идет с сумками. Как вы думаете, куда она выйдет? Ну, естественно, на проезжую часть, потому что сумками неудобно там идти. Там и полметра нету. Ну и женщина идет по проезжей части, обходя машины. Пешеходы здесь не ходят. И водители не создают помех никому. Вы о чем вообще? И дальше нету тротуара. Да, еще вот это у них любимая фраза. Дальше нет тротуара. Где ты там дальше увидел тротуар? Вот у нас также идет мама с дочкой по тротуару, который был угроблен водителями. Но он был еще угроблен по той причине, что здесь коммунальные службы тянули коммуникации. И вот смотрите, мать с дочкой в раздумье, куда идти? Либо по проезжей части подвергать свою жизнь опасности, либо тереться об машины и не подвергать своей жизни опасности. Но это неудобно. Но они приняли решение тереться об забор и машины, не подвергая свою жизнь опасности. А там входа нет, они прошли. А коло ну интраря, дуамна, димул, интраря воес трикот, пибукурешт. А еще интраря димул тенкиса. Да, в розещанде китую сумки са с центраря. Так, ла Букурешти. Так, ла Букурешти, дим Букурешти. У вас трикут таман центраря. Та попей еще спать, иди трикуши, дедикат пи эстакады.